И всем привет, дорогие друзья, Лис здесь. Лис уже готов, у меня почти все запущено. Сейчас звук от игры только верну. Так, сейчас примерно вот... Вот так вот. Плюс-минус. Ага, все, снимаем. Сказал заставочку. Ага. Так, просто Миша, здравствуйте. Хотя я вижу уже 5 одновременных просмотров. Всем, кто пришел, привет. Так, новая игра, сложность, да пойдем на нормальный. В игре Outlast встречается сцена насилия, бла-бла-бла, кровь, безумие. Порванная жопа. Хорошо. Так, 3.47. Так, меня тут немножечко отвлекли. Так, Несарди, перезаписитель хозяин, заявил, что погодные изменения, бла-бла-бла. Нам это не интересно. Мы едем в больницу. Так, ребят, по качеству, по звуку, чё как? Нормально все, нет? Эми, здравствуй. Вижу тебя. Вот, я тут запустил немножечко экспериментальных настроек. Поднял битрейта. По мелочи покопался так в настройках. Блин, а ценца чё такая высокая? Чувствительность взгляда. Не, все равно высоковато. Вот так вот. Вот, должно сойти, да? Ну, сейчас из машины выйдем, посмотрим. Да, кишки из пальца. Такое себе. В общем, веселье весельем. Будем развлекаться сегодня. А? Выходи. Угу.
Мы не знакомы, но я ваш дальний поклонник, постараюсь сильно не затягивать, они могут следить. Я 2 недели проводил консультацию о программном обеспечении психиатрических исследований смерков в Маунт-Мессив. Меня заставили подписать кучу договоров о неразглашении, сейчас я их грубо нарушаю. Ну и хрен с ним. Здесь творится что-то ужасное. Я не понимаю, не верю и в половину увиденного. Местные доктора говорят, что терапия зашла слишком далеко. Они говорят, нашли то, что дожидалось их в недрах горы. Владельцы клиники Мерков зарабатывают на людских страданиях. Люди должны узнать об этом. Срочно, надо вот после таких сообщений обязательно ехать в больницу. Без этого никак, я понял. Так, FPS стабильно. Ага. Вроде стабильно работает. Я сейчас смотрю пока. Пропуск свой забыл. Ну и хрен с ним. Нахрен нам пропуск. Мы сами войдем, да? Так. Да, сенса нормально, отлично. Так, что тут у нас? Нажать ничего не надо, не? Хорошо. Пошли тогда. Так, вспомнить бы еще это управление. О, так, где там строительные леса были? Здорово. Там должны быть строительные леса. Конечно, качает нас при беде, пиздец. Да? Открывай. Сука, Новый год, блять. Ладно, поскакали. Ну, тут вот пролезть. Ага. Ну и сразу наверх. Камера позволяет приближать. Бла-бла-бла. Так, полезли. Угу. Прыжок. Прыжок. Блин, я управление уже частично забыл. Немного непривычно даже тут ходить. Так, а, мне вон в то окно. Оп. Здорово. Так, как там камеру доставать? Так, это камера. Вот, ночное видение. Хорошо, пошли. Заходим. Здрасте. А есть кто дома? Ой, тесто. Пошел нахуй. Мне, блядь, не страшно. Своими телевизорами меня пугает с громкими скримерами. Тоже мне. Так. Идем. Бля, женщина с месячными сальтуху делала. Это ж пиздец. Забрызгала все стены. Так, батарейка. Хорошо. Компьютер выключаем. Угу. Так, что тут у нас? Здорово. О, бумажки. Берем вам. Потом почитаем. Сейчас неинтересно. Слышь, открой. Вот сука. А ты чё так напряженно дышишь? Ничего ж еще не случилось. Кто-то где-то шумит. Не шуми, блядь. А то выйду, ноги сломаю. Так, ладно, пошли. Так. Ага, вот сюда. Уползли. О, здорово. Кого убил? Зачем убил? Так. Эй. Блять. Сука. Это было слишком неожиданно. Ёбань. Культу тут набрызгал. О, ладно. Так. Ребят, музыка не слишком громкая. Жабыч, здорово.
Ты, блядь, еще живой? Умри, пожалуйста, сразу. Так. Заходим, выходим. Да, открой ты дверь. Ой, блядь. Так, что там? Коридор какой-то. Сейчас попробуем сначала сюда зайти. Закрыто. Так, тут закрыто. Так, туда пока не пойду. Давай тогда в этот коридор сходим. Вот тут туалет. Так. Ебать. Ну до туалета не дошел, что ли? Ну шо ты? Блядь, какие ж люди-то некультурные пошли. Ебаный урод. До толчка донести уже не могут. Блять. Ту ёбань. Слышь? Блять. Ну ладно. Как-то на него мне было вообще насрать. Тогда было страшней. Здорово. А это еще кто? Ага, хонь в пальто. Давай, вставай. Понимаю, Всевышний послал мне апостола, да направит тебе длань Божья, сын мой. У тебя есть призвание. Бля, ты камеру-то мне отдал? Сейчас еще окажется, что камеру упиздил мою. Не, не упиздил. Слава тебе, Господи. Бать, тут тела валяются. Кишки и расчлененка. Охуенно. Просто. Выбираем. Это теперь наша. Так. И куда нам? И кого нам? Так, можем пойти сюда, можем пойти туда. Там, я не знаю, открывается ли, но я пойду сюда. А, я понял. А дальше? О, можно зайти. Ничего страшного, да? Не дергайся только. Я нервный. Могу тоже не донести. А до туалета-то далеко. Так. Ничего полезного? А тут? Что? Это бумажки. Забираем. Ухтер. И? Дергается. Давай ты это, спокойнее. Спокойнее. Здорово. Интересное кино? Кто насрал-то? О. Нормально с вами все? Ребят, тут у вас парню плохо, на нем шкаф лежит. Вы, блядь, поднимите, что ли? Шкаф хотя бы. И как, интересно? Смотреть. Так. Заходим. Целый пропуск. Диспетчерской. А где диспетчерская? Так, документы, заметки, карта доступа к диспетчерской службе безопасности. Окей. Никто там за мной не идет, не? То мало ли. Понятно. Ладно, ладно. Пошли дальше. Так. Блять! Сука! Иди нахуй отсюда! Уйди! Уйди! Уйди нахуй! Все, мне уже не страшно.
тварь. Культе надо, блядь, ногами будь отпинать. Ёбань. Так, я спокоен. Я абсолютно спокоен. Так. Все спокойно. Proclaim the gospel. Да ничего пока не потекло, не надо, тут не заливай. Пока еще ничего не потекло. Ну это только пока. Оказалось, там кто-то стоял. Так, где диспетчерская-то? Security room. Обернуться на бегу. Удобно. Так. Ну нам наверное, security, да? Блять. Эй. Где он делся? Он сейчас не выбежит тут где-нибудь, да? Так, вот тут у нас. Что есть? О, батарейка. Так, блять. Я эту дверь не закрывал. Так. Ну, блять. Сука, все туалеты заняты. Ребят, можно быстрее? Мне очень надо. Так. Ну, чтобы закрыть. А, вот так вот. Ну, давай ты быстрее там, хорошо? И подотри с собой на полу. Так. Комната безопасности. Получается, диспетчерская как раз там. Сейчас я хочу посмотреть. На всякий случай, знаете, вот пройдусь пока. Посмотрю для начала, чё где почём. А потом уже будем строить дальше, чем видим. Угу, закрыто. Мы на это не соглашаемся, почему, зачем нам умирать? Вот я пришлю на столик за то, что мы больны. Блять, не успел прочитать. Бля, жабыщ, ну... Хотя, блядь, тут так антисанитария. Ладно, согласен, надо было в ведро идти. Так. А можно защелкнуть? Я буду благодарен. Так, подобрать нечего? Ой, ну что, готовимся срать дальше, чем видим. Потому что начало я еще помню. Начало я еще хорошо помню. Сейчас уже придется бегать. Здорово. Ну нахуя? Опа. Прячусь в шкафчике, не пытайтесь драться. Здорово. Ты еще, блядь, кто? А, это что тот худел, который нас сверху скинул. Ну да. И тут и был поросеночек. Бетащу шлюшка. Ясно, ясно. Иди давай отсюда. Иди. Нехуй тут смотреть.
Нехуй тут смотреть. Иди давай. Молодец. Так. Пошли быстрей. Нам вниз. Я помню указатель, генераторная внизу. Так. Качество говно, понимаю. Но качество и у самой камеры говно. Так. Так, тут через стол прыгать. Некуда идти, тут закрыто. Кто там? Шибу, я не боюсь смерти. Вообще ничего не боюсь. Бла-бла-бла. Так, заходим. А, включаем. Для запуска генератора включите два бензонасоса и центральный выключатель. А где бензосососы? Там? У меня батарейка садится. О, батарейка. Так, включаем. Так, а чё так учащё надышим? Там этот, что ли, пришел? Тихо, 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 тихо. Иди отсюда. Он наверх ушел. Нам скоро батарейку надо будет менять. Так, пошли. Так, заменить батарейку надо. Блять. Блять! Заметил! Пошел нахуй! Пошел нахуй! Дай пройти! Дай пройти, блять! Стой там! Мне похуй! Сиди! Я что-то включал! Так, в шкафчик нахуй! Так, хорошо, Бухур, здравствуй. Так. Ждем. Так. Вроде все. А тут дверь открыта, оказывается, была. Так, что-то у меня тут мигало. Ага, вот батарейка. Ладно. Так. Этот пусть там гуляет тогда. Я сейчас сюда пойду. Я же вроде запустил два бензонасоса. Или этот хуил их выключает, ходит. Так. Ползли потихоньку. Да,
Так, налево или направо? Я думаю, направо надо идти. Ну, блин, Бухура, я тебя поздравляю. Я эту игру проходил хуй знает когда, хуй знает зачем, и я уже о ней нихуя не помню почти. Так, лишь отрывки. Так, батарейка. Так, включить. Блять! Да как ты... Собака! Зачем? Зачем? Дурак! Закрой нахуй! Так, сюда. Чё? Меня здесь нет. Меня здесь нет. Меня здесь нет. Тихо. Тихо. Выйди. Выйди. Выйди отсюда. Хорошо. Да, Миш, по ней есть спидраны. Так. Вот правда, как я написал в анонсе, это было давно и неправда. Я это так считаю. Далеко он ушел? Так, это что за дверь? Ага, закрыто. Так, я его пока не вижу. Поползли потихоньку, экономим камеру. Так, нам сейчас надо... Тихо. Вон он ходит. Гандон, блядь. Это нет, меня здесь нет. Тихо. Он решает, куда пойти. Хорошо. Хорошо. Так. Тут уже видно. Так, идем включать. Так, а теперь уебываем отсюда. Опа. Вот сюда. Так. О, так. Ну да. Бля. А где тот страшный толстый уе-е-е? Я надеюсь, он ушел. Блять. Тюка. Прости, сын мой. Я не хотел, чтобы с тобой так поступать. Но тебе пока нельзя уходить. Еще так много не видел. Узришь ли ты? Можешь ли? Истина владыки нашего Вильдера врывается в неверующих. Лишь истина выведет тебя отсюда. Иди сущую правду, и все двери откроются перед тобой. Ебать ты старого ебан. Просто, блять. Не, ну сейчас уже не будет. Сейчас... После следующей сцены он должен быть, не? Я не помню. Где мы? Или его сейчас в ближайшее время вообще уже не будет? Так, ну хотя бы камера с нами. Хотя бы что-то радует. А, так, что тут у нас? Помните, заметки заявления. Ну да, заметки, да, я понял. Так. Здесь никого нет.
Никого нет дома. Ну, Багура, это, считай, самое начало, по факту. Ну, ладно. Никто не пришел, да? Блять. Ну, здорово. Я только сказал, но никто не пришел. Так. Вот открывает камеру. Что ты зыришь, нифиг не пялится. Ой, блядь. Здорово. Ну, ёбаный в рот. Ну, слышь, аккуратнее можно поступать. Ну, блядь, ну кто так пачкается? Ну, ты пиздец. Ту камеру запачкал. О, блядь, а вот эти два уебана. Так. Куда нам идти-то? Я не помню. Одну из камер, что ли, проход? Ой, блядь. Иди нахуй. Понял. Так. Тут чувак спит. Здорово. Как дела твои? Во, да, вот проход. Так, поползли. Еще выше. Блять. Слышь, эй. Ну ты пиздец, ну ты мне сейчас всю, весь стрим заруинишь, хуево. Так, а чё у нас с этой стороны? Забраться на выступ, двигайтесь в его направлении. А, я понял. Так, не, я пока сюда не хочу. Я пока сюда не хочу. Что у нас тут интересного? А, тут закрыто, небось, да? О, так неинтересно. Я думал, там открыто, пройти можно. Спокойненько, без проблем. Да пиздец, блядь. Камеру только включишь посмотреть, а там какое-то хуило. Труп долбит. Во всякие дырки. Хрен по сторонам посмотришь, понаслаждаемся. Не понаслаждаешься видами психушки этой. Да. Идите по кровавому следу на выход. А точно надо это делать? Так, ладно, пойдем пока. Пока пойдем, пока все нормально. Их. Закрыто. Стрелочка наверх. Вниз по стоку, за кровью нет пути, кроме как вниз. Вниз по стоку, вниз по стоку, вниз по стоку, вниз по стоку, вниз по стоку. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Так. Там ничего не... Угу. Хорошо посмотрел. Лежит там что или не лежит? О, блядь. Слушайте, только начало стрима, полчаса прошло, а я уже чуть несколько раз не обосрался. Ну это, блядь, прям достижение, нахуй. Так. Налево или направо? Вот это... Нет, даже с этой стороны не открывается. Давайте сюда сходим, что? Так. Ебать, ты агрессивный. Здорово. Ты будешь драться? Хорошо. Я пройду, можно, да? Спасибо. Так, со спидами не пизданешь? Да вообще... Что там одобрять-то, кстати, да? Так, комната безопасности. Закрыта.
Тихо. Так, еще какая-то комната. Он за мной не идет, да? Ой. Здрасте. Ты забыл штаны одеть. Уилла, блядь. Ёбаная. Ну прости. Меня тут уебать пытаются. Окей, пойдем в эту дверь. Я понял, туда мне пока рано. Я за собой закрою на всякий. Эти этот ходит. Какой-то странный черт. Были не эксперименты, а ритуалы. Темная магия, говорили они. Я на солнном лицо, сказал я. Просто девчонка, здравствуй. Так, мне сейчас немного не до этого. А, получается мне как? Надо того привести сюда, наебать его и убежать. Я понял. Понял. Хорошо. Наебать и убежать. Я понял. А, вот тут вот еще можно спрятаться. Да? Я тихий, успокойся. Где тот? Дверь уже открыл. Мужчина. Куда он делся? Мне кажется, ли он меня наебать решил? Сейчас как меня пизданут со спины. И? Никто не идет. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут где-то шкафы же были. Тихо. Да, блядь, иди ты в жопу. Я же, блядь, просто двери открыл. Ёбань. Так. Закрыто. Ой, блядь. Ребят, вы пиздец. Вот прям вообще пиздец. А еще вы штаны забыли. Еще вы, блядь, забыли штаны. Так. Блять. Угу. Так, перескочить провал, бла-бла-бла. Так, поползли. Я надеюсь, они там уже ушли, да? Ну ты выгляни хотя бы. Загляни в окошко, блять. Ну страшно же. Так. Что тут? Кто орёт? Где орёт? Я могу зайти? Правда, можно? Я вот так вот аккуратненько через окошко, хорошо? Так. Какие-то документы, заберем их. У тебя ничего нету. Ладно, пойдем. А, это, наверное... А куда мне? Сюда? Или сюда? Вообще, что у меня по заданию? Идите по кровавому следу, да?
Давай тогда сюда сходим, посмотрим, что тут. Зачем идти по всяким кровавым следам? Давайте я их обойду. Ну, блять, а вот и этот. Так, надо батарейку бы заменить будет. Так, забрать. А? Не зря зашел, слушай. Так. Не зря зашел. И? И? Кого? Хорошо, открывай. Ха, спокойная. У меня есть камера, все ваши действия будут записаны. Там кто-то прибежал. Так, я надеюсь, там со спины сейчас никто ко мне не выйдет неожиданно. Так, блять, здорово. А я в окно? А меня тут нету. А я уже с другой стороны прошел, ребят. Тупые пни. Так. Пойдем сюда, посмотрим, что тут интересного. Камеры. Так, документики. Что в камере? Ничего? А у тебя? Можно из рации батарейку вытащить, не? Ну ладно. Так, пойдем. Хорошо. Тихо. Спокойно. Так. Но тут явно не пройти, так что придется идти по прямой. В любом случае. Так. Вон там вот кнопочку можно нажать. Я пока стремаюсь ее нажимать. О, ну ладно, Бухур, давай, удачки тебе. Так, я сейчас пока прохожу, открываю все двери. Страхуюсь. Лишний раз. Так, включаем. А чё дверка-то закрылась? Ой, блядь, там этот толстый. Ну тебя нахуй. Так, прямо пока. Дальше направо. Тихо, подождем. Просто подождем. Нету никого? Я понял. Блять, он сейчас ко мне ж выйдет. Ёбаный вру. Блять. Чё, камера взорвалась нахуй. Ну, кажется, мы сразу в душевой оказались. Так. Бля. Дыши. Главное, дыши. Вдох, выдох, вдох, выдох. И не вздумай кушать эту гадость. Нехрен как в рот тащить. Так. Так, погоди. Это открывается, да? Хорошо. А? Я его слышу. Вот он. Я в темноте. Я в темноте. Тихо. Спокойно.
Спокойно. Он нас не видит. Ну, кажется, он идет на лестницу. Блять. Хорошо. Пока все нормально. Пока все спокойно. Вот он куда-то пошел. Вопрос, куда? Вниз или дальше тут? Пойдет. Ок, ок, ок. По-моему, он вниз ушел. Или нет? Так, надо батарейку в камере заменить. Так, по-моему, все-таки он внизу, да? Он услышал, как мы прыгнули. Или нет? Где он? Я его не вижу. Ползем пока. Бум. Блять! Он меня заметил. Заметил. Иди нахуй отсюда. Как он меня заметил-то? Тварь. Наверное, скрип какой-нибудь, да? Так, что, можно вылазить? Хорошо, я выхожу. Я вышел. А где эта тварь? Наверху? Блять. Вот он. Давай, давай, иди туда, а я пойду сюда. Тихонечко. Окей? Мы же с тобой договорились. Ты в одну сторону, я в другую. Его пока нету. Так, пошли. Так. Сейчас как бы скрип не сработал, чтобы он там еще дверь не вынес, да? Закрыто. Я понял. Пошли дальше. Блять. Ну ты уебан, да? Зайдем? Давай, заходи. Да иди ты в жопу со своим секретом. О. Ну давай, говори. Ты?
Кто-то мне секрет готов рассказать. Блять, чё за мной ходишь? Ёбань. Ай, блять, рейка села. Блять, отойди ты. Так, ладно, пошли пока дальше по коридору. Меня наебали, тут дальше не пройти. А куда тогда? Да? Так, секретных проходов нету, этот за мной ходит. Так, секреток нету. Где секретный проход наверх? А, блять, вот же он. А же тут вокруг. А тут всего-то и надо. Блять, ну сидит. Да, я так и знал. Иди в жопу. Агрессивный какой. Ой. Блять, я надеюсь, у меня сейчас не схватят. Так, я понял. Прыгаем. Хорошо. Так, смотрите, тут есть какой-то проход и проход наверх. Проход наверх ведет нас... Сохранение. Вон там вот какой-то... Вот. Блять. Ёбань. Так и знал, а. Так, кто тут у вас? Страшно? Иди отсюда. Так, открываем. Проходим. Может, все-таки надо было на второй этаж спуститься? Понятно. Все-таки надо было. Оп. Здрасте. Так, а что там у вас? Что с этой стороны спрятали? Батарейки? Наркотики? Оружие? Показывает. Так. Хорошо. Поползли дальше. Валрайдер. Валрайдер. Ну да. Угу. А чё тут? А кто тут? А, это я в душевую дошел, да? Можно вниз спрыгнуть. Тогда поползли, чё? Сюда. Сюда. Еще ниже. И вот сюда. Цель, найдите выход из канализации. Я понял, что сейчас будет. Здорово. Все нормально? Поползли. Да, я, кажется, понял, что сейчас будет. Сейчас будем бегать, сломя голову. Блять, вон там кто-то выпал, по-моему. Нет? Не выпал? Просто мимо пролетел. Просто крокодил мимо проходил, да? Бум, нахуй. Так. Там не вылезти. Тогда нам сейчас туда. Ну, кстати, батарейки уже заканчиваются. Так. Пустите воду, открыв две заслонки.
Блять, охуенная схема, еще бы понимать, что там нарисовано. Честное слово, блять. Бум, нахуй. Где? Не пришел. Он нас не видит пока. Да пройти можно. А можно. Да. Тихой. Сейчас как раз туда зашел. А посидим, посмотрим. Потом выйдем. А, бля. Бля, а чё шепчу-то? Что меня сразу не слышит. Ладно. Эй. Чмо? Чмо среагировало? Чмо видит меня? Давай, 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 давай. О. Да. Не получилось? Где? Вон он стоит. Тихо. Мне надо, чтобы он ушел в другую от меня сторону. По-хорошему. А то я сейчас даже выйти отсюда не могу. Кстати, вот этим он и занимается. Вот куда надо будет второй раз сходить, я так понимаю, да? Ты пока давай прыгай туда дальше, иди. Я схожу в тот коридор, в ко... Я был, наверное, сразу в тот коридор идти. О, танковый, здравствуй. Так. Я, ну, слушай, если ты туда пойдешь, я тогда сразу пойду туда, хорошо? Ты не против? Да, он там прыгнул. Пойдем. Так. Блять, батарейка заканчивается. У меня всего две батарейки-то осталось, проснись. Поэкономим. Включи режим экономии заряда. Ну ты заебешь. Есть батарейки? Так. Надо заменить. Закрыть вот эту дверь. Повернуть вентиль. И молиться, чтобы он сейчас ко мне не пришел. Он сейчас, походу, целенаправленно идет сюда, да? Ебать. Ох ты ж ёбань. Так, закрыть нахуй. Пусть выламывает. Все, сидим. Ломает, ломает, ломает. Здорово. О, нет никого. О, хотя бы что радует этот в штанах. Не забыл штаны одеть. Да в смысле ты открыл посмотреть? Эй, слышишь? Пошел ты нахуй. Ты ж не должен ее открывать. Да, блядь, перепрыгивай. Ёбаный свет. Да? Да? Прячься. Прячься. Где он? Где эта ёбань? Где он? Так, давай, давай, пиздуй. Пока ты пиздуешь туда, я попиздую в другую сторону. Окей, договорились? Тихо, тихо.
Так, тут вон спрятаться можно. Ха! Уила, блядь. Пока ты меня обойдешь, уедешь. А я уже пройду куда надо. Опа! Батареек нету, батареек нету. А чё сразу Лиси Мором? Не, ну пока все нормально. Пока все идет, в принципе, неплохо. Так. Я надеюсь, он там меня не караулит за углом. Я буду благодарен. А где он? Вон он пошел. Слышь? Иди сюда. Опа, здорово. Давай, давай, давай. Иди на ту сторону. Встретимся на той стороне. Блядь. Он не хочет на ту сторону идти. Нет, хуило. Так, а куда мне дальше-то бежать? Я, получается, открыл вентили. Спуститесь по лестнице на нижний уровень. Понятно. Хорошо, хорошо. По лестнице там изи проскочить. Мне надо только, чтобы он отошел от этого входа. Сейчас, собственно, не делает, да? Тихо. Тихо. Спокойно. Мы просто проходим мимо. Ха-ха-ха. Наебал. Так, хорошо. Не, пока все идет хорошо. Правда. И очень хорошо идет. Так что упёздываем вниз. Давай. Долго там еще? Чей-то труп. Пойдем аккуратненько вот так вот по бордюрчику. Он тут опять прыгать? Я так понимаю, он спустится за мной, да? Или ты шипишь на меня? Я правильно иду? Ой, я сейчас пор... Блять. Хорошо, не толстый. Ладно, ползем наверх. Так, найти выход из канализации. А толстый это как раз там. Ебать, там крики. Ладно, побежали. Так, не говорю тебе, ему похоже, ты еще знаешь, что реально, а что нет. Доктор, верните, он умер еще до того, как начал работать здесь. Только какие эксперименты мертвый доктор ставит на живых пациентах? Вот в чем вопрос. Ну, танковый, это хорошо. Так, мне вниз надо? Нет? Я пока не знаю. Пойду сюда посмотрю. А фонариком кто-то светил. Может, батарейка где найдется? У меня их маловато уже осталось. О, батарейка. Это хорошо. Так, закрою на всякий случай за собой дверь. Ну его нахер. Кайся. Так. Оу. Ребят, тут кто-то краску разлил. Так, Female Ward, Male Ward. Налево или направо? Я думаю, налево схожу. Блять. Здорово. Эй, а можно аккуратнее тела сбрасывать? Меня чуть не пришибло.
Какой большой коридор. Давай-ка я тогда в ту сторону схожу, посмотрю, может там батарейки есть. Тут закрыто, я понял. Батареек нет. Ладно, да, тап, скакали. Топ-топ-топ. Топ-топ-топ-топ-топ. Это кишки? Не, не надо. У меня свои есть, пока что. Кто там шипит на меня сразу? Блять. Это было. Ну, блять. Я понял. Не знаю, что это было, но было неприятно. А, это борщ. А человек тут в роли мяса выступает, да? Я понял. Ну тогда сколько борща-то лежит без дела? Так, а налево. Ага, закрыто, я понял. Так. Заходим. Кто тут? Аккуратно. Бум, нахуй. Там Годзилла опять это спустилась где-то. Так, дверку, если что, можно открыть? Блять. Ну шо, вот он я. Здорово. Чё надо? Чё надо? Бать, конечно. Видел свои глаза? Мутный пиздец. Тебе к врачу сходить? Да и вообще лицо поправить, а? Братан. Ты тусишь, да? И весело? Тут, да? Это в голове музыка играет? Или в жопе вибратор? Чё у тебя там играет-то? В голове музыка или вибратор в жопе? Так. Не то нажал. Заходим. Справа ничего. О, вода. Так, можно вниз, можно наверх. Я понял. Блять, не убирай ты камеру. Тихо. Чё, чё ты сделал? Зачем ты зацепился? Так, чьи-то тела висят. Там стена. Джек. Какие наркотики? О чем ты? Так. А, тут глубоко просто. Я думаю, что он так еле идет. Блять. Там хуевина отвалилась. Если бы мне на голову упало. Залазь. Да залезь ты. Покажу. По нём. Бля. Сука, здесь где-то этот дозвон ходит. У меня батареек столько нету. Можно не надо? Я не готова. Я к такому не готова. Куда вообще иду? Я просто иду и держусь с левой стороны. Так, тихо. Куда-то пошел. Я его не вижу. Так, продолжаем идти, держаться левой стороны.
Так. Здесь кто-нибудь есть? Да, просто. Дай мне знак. Погоди, а там лестница была? А я куда иду? А я куда иду? А мне на лестницу надо? Батарейку сразу заменю. А мне сюда вообще надо? Ты запрыгнешь? Натянулся. Давай, 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 наверх, 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 блядь! Хоть фу, тебе въебал, ёбай. Так, закрыть нахуй эту дверь. Все, побежали. Что это? Куда я? Куда я захожу? Блять! Блять! Да нахуй батарейку, Да пусти ты меня! Блять, их тут двое. Или он один? Он один или он просто сломался? Ты сломался? Сломался. Поорал на меня, побил чутка и убежал. Так, тихо. Ну, поздняк, Миш. Это батарейка, ты сказал? Блять, опять кто-то бегает. О, ладно. Хорошо. Так, тут еще. Били, били. Если тебя сожрут, я не виноват. Что со звуки? Я аж камеру убрал в перепугу. Так, пошли. Так, можно вот тут вот подняться. Можно вот тут вот пройти, посмотреть, что есть. Куча тел. Нормально. Кайфно, что я могу сказать. Ладно, заходим. Доберитесь до нижнего этажа мужского отделения. Хорошо. А как? Тут проходец спрятан. Пролезу? Пролезу. Здорово. Ты до сюда дополз, да? Так, тут, блядь. Зачем дверь-то закрыл? Открывай, открывай. Что тут у нас? Батарейки есть? А если найду? Так, это наверх. Погоди. Я хочу... Бум, нахуй. Так, закрой-ка я тут. Батарейка. А, погоди, это эту дверь ломает? А кто там ломал? А кто там был? Пойду наверх схожу. Ясно. Не схожу наверх. Ну чё тогда, пошли открывать двери, прятаться. Так, здесь есть где спрятаться-то?
Закрыто. Закрыто. Бум, нахуй. А. Опа, нахуй. Это ты говоришь? Нет? А кто говорит? А. Можно я сразу наверх просто уйду? Окей? Мне что-то страшно внизу сейчас идти. Так. Может, так надо было сразу идти? А, это ты, наверное, говорил? Блять! Открывай! Открывай! Закрой! Блять! Закрой нахуй! Баррикадируй! Баррикадируй! Толкай! Все, закрыто нахуй. Так, открывай. Тихо. Открывай. Блять. Бежим. Закрывай. Баррикадируй. Езжай, закрыть, забаррикадировать. Все. Четкая схема. Все, хватит. Наверх. Блять, он меня догнал. Прыгай. 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 Лохи. Сука. Закрыто. Ага, вот сюда. Скорее всего, эту дверь ломать будут. Я понял. Приключение продолжается. Ух, дверь закрыта. Наверх. Наверх. Беги. Беги, блядь. Так. Да. Куда? Закрыть нахуй. Так. Ну, открой. Поднимай. Все. Все, 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 все. Блять. Эй, а ты же парень того долбанного священника, его свидетеля, как он тебя называл. Видать, устал. Да, отдохнем, дружище. Пропустим по балкону мартини, потолкуем. Бла-бла. Это тяжелее, чем кажется. Небольшой разряд тебя не убьет. Ладно, вот так, чтобы руками и ногами не размахивал. Ну охуеть, блять. Съеблись от... из одной передряги, попали в другую. Просто охуенно. Ой, парень, да ты мастер неудач. Да? Обожаю горный воздух по ночам. Не хочешь выбраться наружу, прогуляться? Вперед, я подожду. Педрила, блять. Давай, может, бежать, я не отправлюсь. Нет? Ну ладно. Ну, блять. Конечно, прям сейчас вместе с коляской убегу на реактивной тяге из моей жопы, блять. Пиздец ты. Что ты с собой сделал? Ты штаны забыл, ты знаешь об этом? У тебя штанов нету. Ты не одетый, оденься. Вентиляция. Так. А, ну вот, кстати, кровавый след, по которому нас вели.
Точнее, след кетчупа, да. Убей, убей, кого убей? Блин. Сейчас вместе с кроватью перевернешься. Да. Ну, сейчас пиздец, нас распиздячат. Вот мы и пришли. Спасибо, что заглянул. Сейчас мы приступим к консультации. Спасибо, что пришли. Прием начнется через минуту. Я вот только руки вымою и... Бля. Так, водка. Домашнее видео. А это хороший повод для разговора. Блять. Ты знаешь, что твоя жопа совсем не привлекательная. Ты знаешь, меня немного волнует, что ты так много времени проводишь с отцом Мартином. Надеюсь, он не одурачил тебя всеми этими библейскими штучками, мол, он радит не Бога. Никого не хочу оскорблять, но порой он смахивает на психа. Ты, бля, себя-то в зеркало видел, уёба. Это понятно. Люди напуганы, тянутся к Богу, как и ты... Как и к другим путям спасения. Увы, Бог умер с появлением золотого стандарта. Теперь мы верим в нечто более конкретное. Хочешь заплатить Питеру, а грабить Пола? Иначе никак. Убийство — самое простое решение. Ну что, если все деньги вдруг исчезнут? Блядь, слышь, пальцы не тронь. Мне, блядь, еще играть. Я не становлюсь новым объектом веры. Вот для этого я тебя сюда и привел. Чтобы ты поверил. Ебать, ты там достал, блядь. Эй, блядь. Летишь за моей мыслью? Не отвлекайся, тебе еще много нужно воспринять. Сука, ты сосиски в тесте мог сделать из пальцев других людей. Ну, блядь, ну что ты сделал? У меня пальцы невкусные. Так ведь лучше, да? Понял, чего мы добились? Превратим потребителя в средство производства. Это идея самая, бла-бла-бла. Блядь, ну пиздец. У кого-то сегодня пальчики на завтрак, я понял. Давай. Раскачивайся. Раскачивайся, блять, я заебался мышкой трясти. Блять, тут крестблевал. Блять, танковая, страшная жопа. Пиздец, нахуй. А мне пальцы отрубили. Мне теперь от него бегать. Вот ты там ворчишь. Я не пациент, я администратор. Как он? Как Трагер, но его лечили. Он слишком жив. Его сны пили полный кошмар. Вернее, для лекарства слишком уж подействовало. Они уже не удержали его под контролем. И ты не сможешь. Никто. Он найдет тебя. Блять, он так, сука. Блять, он меня заметил. Мне пиздец. Блять, нужен ключ для лифта. Дим. В смысле, блядь, он из меня ассасина сделал? У ассасинов только безымянный палец на одной руке, а он мне еще и указательный отпиздячил. И то. Указательный на правый и безымянный на левый. А скрытый клинок у ассасинов, по-моему, только на правый был, не? Так, там забаррикадировано. Окей, пошли. Он сюда не пришел. Так, здрасте. Пойдем сюда. Посмотрим, что тут. Я понял. Выхода нет. Нам скоро пиздец. Пять.
Тихо. Он там был. Он там был. А где он теперь, я не знаю. Он не зашел? Нет, вон он идет, походу. Слышите музычку? Может, он с другой стороны заходит? Ладно. Я выйду. Блять, ну не ори ты. Уепутала, блять. Тихо. Так, пойдем. Слушай, битрейт 3500, я не знаю, что тут у YouTube мутил. Ну а что так орать? Я всего лишь мимо прошел. Юха. Что он идет, да? Я понял, Демонёк, я понял тебя. О, блядь! Он меня уже обойти успел. Я... Ёбань! Сука. Так, наверх. Я, блядь, такой сижу, себя никого не трогаю. Слышу, что-то клацает. Он меня уже обошел. Так, вниз. Где? Я толкан нашел. Так, здесь есть прохода? Нету? Так, доберитесь до нижнего этажа мужского отделения. Я понял. Блять, в другую сторону. Сюда. О, ключ. Я понял. Откуда я пришел? Куда? Блять. Закрываем. 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 О, а теперь надеемся, что он в нашу кабинку не зайдет. Молимся, чтобы он не зашел именно в нашу кабинку. Где он? Он ушел? Блять. Пошел нахуй. Побежали. Великий забег начинается, блять. Закрывай. Так, в какую мне сторону? В эту? Закрой нахуй. Где лифт? Так, где лифт? Я не помню, а где лифт-то? Нет, туалет я проходил. Лифт в другой стороне. Ну, блядь. Идешь в жопу. Давай, ты в одну сторону, я в другую. Заходи. А я в шкаф.
Так. Очень чумная акула, однако. Ну, все видели, даже несколько гадов. Так. Он тут? Да, вот он. Смотри, сейчас можно. Отлично. Уёбываем. Я знаю, что я иду не туда, но, блядь, у меня нет выхода. А. У меня был выход. Фу, блядь. Нахуй. Так. А, я снова тут, да? Ладно. Стоп. Показал, что там батарейка лежала. Так, лифт налево. Лифт еще налево. Где? Блять. Тихо. Я надеюсь, он сюда не подойдет. Кажется, он ушел. Так, это батарея. Тихо. Так. Он ушел, да? Я могу открыть лифт? В смысле, еще блокирует? Так, на себя, я понял. Так, все, я дошел до лифта. Я дошел до лифта, и мне даже не порвали очко. Ах, пальцы только жалко. Экран. Экран, бар. Блять. Сука, иди нахуй. Блять. О, мясцо. Ка. Так. Экран, бардаки. Я не знаю, как правильно читается, но приветствую, да. Так. Уж извини, если никто исковеркал. Но тут как получилось. Так, ладно. Ну, мы хотя бы его грохнули. Правда, теперь выход искать. Пусть знает, сколько буду. А, он лестницу открыл. Я понял. Мне же лучше. Так. Открываем. О, блять, а вот и этот священник ебучий. Слава богу, ты выжил. Я боялся, эти мерзкие маньяки испотрошат тебя, как остальных. Встретимся снаружи. Мы уже закрылись. Ну, там проход был закрыт, так что мы пойдем сюда, в темноту. Блять. Да. Куда? Вот, все. Блин, вот эти вот приоткрытые двери, конечно, да. Батарейка. Костер. Шашлык. А кто мясо без пригляда оставил? А если сгорит? А вы его мариновали? Народ! Кто мясо готовил? Вы забыли про него?
Так, что тут у нас? Немного света есть. Здрасте. Так, там пройти можно. А тут что можно? Это... О, документы. Давно я их не находил. Я вам скажу. Что спрятаться? В базе здесь много где можно прятаться. А? Прям прячься, не перепрячься. Заходим. Открываем. Оп. 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 Так, а что у нас? Так. Давай, танковый, пока-пока. Ну, в смысле, не будем, или где? Ты видел, какое там, ну, сколько мяса жарилось? А они про него забыли. А переворачивать его? А как же следить за готовностью? Что за люди, а? Что за люди? Где тут? Нигде прохода нету? Под столы? Нет. На столы? Да, тоже нет. Так. А, сюда надо было. Да, я не посмотрел даже. Эй, все горит. Так. Пойдем. Надо было спалить это место. Дотла. Мерков. Так много у нас сотнили. Слушай, ты даже почти на человека похож. Грабители у нас чудовище, ведь никому не было дела до городских лунатиков. Так пусть полыхает. Горит вся эта чертова хрень. Вали, если хочешь жить. Можешь войти через кухню. Да. Я выйду обязательно. Как только это... Он тут не пройти, я понял. Как ты своими обрубками это захреваешься? Так, вниз. А у тебя сейчас только один монитор стоит? Что это вдруг? Так. Никто пизды не хочет дать. Я готов бежать. Он смотрел, тут что-то. Так, а тут что? Открытая дверка. Прям совсем открытая дверка. Сетник. Так. Окей, нормально. Идем дальше. Понятно. Не, ну я думал, ты тот второй тоже забрал. Так, пойдем пока. Угу. Впереди не пройти, я понял. Так, и что тут у нас? На кнопочку нажать? Вода в системе отсутствует. Откройте две заслонки. Ага. Нам сюда. Карабасина пришла. Нет, ты меня не видишь. Блять, он меня увидел. Побежали, 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 побежали. Беги, беги, беги. Тихо. Пошел в жопу. Я тебя в ебало мало плюнул или что? Вот сюда пришел. Блять, мне теперь его обходить полгода. Пока он уйдет. Ну чё? Вот тут стоишь, лыбишься. А, тварь.
О, блядь. Страшно. Чего, постоим, подождем. Возможно, даже спрячемся, чтобы он быстрее ушел. Понятно. Понятно, все с тобой, понятно. Все, ушел? Я могу пройти? Так. Тихо. Так, присаживаемся, аккуратненько ползем. Ну и где он? Вон он что-то ломает. Или... Да, вроде уходит так куда-то. Я не пойму, он спиной ко мне стоит вроде. Да, он спиной ко мне стоит. Ой, блядь. Беги. 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 Все, убежал. Так, куда я пришел? Он сейчас с этой стороны не выбежит, не? Ну, слушай, ты лучше в Дискорде у себя выключи режим не беспокоить. Потому что мне сейчас привычнее в Дискорд писать. Вот тут очень заморался, так ведь? Блять. Понял, ты его моешь. Это еще один друг немытый. Так, вентиль тут. Хорошо. Открываем. Так, мой. Ты мой, главное, я пока пойду, хорошо? Так, ладно. Я его вроде пока не вижу, не слышу. Ярко очень. Блять. Вот это мне повезло на него нарваться. Иди сюда. Опа. Опа. Не поймал. Иди сюда. Давай за стойку. Опа. А вот хер тебе. А вот такой сейчас это выебанный. Опа, закрыто нахуй. Опа, закрыто нахуй. Опа, я в шкафу нахуй. Блять, я лучше вентиль открою сразу. Ай, блять, больно. Больно в ноге, блять. Так, беги, 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 беги. Беги, Форест. А пошел нахуй. Ух. Так, нет, я пока туда не полезу. Вентиль же там был, да? Или тут? О, там. О, не вентиль, это кнопка. Кнопка, да. Так, ну он вроде ушел, я его не слышу. А, нет. Аккуратно. Двигаемся. Приседаем и поползли гуськом. Так, у нас уже зарядка садится. Ну, слышу, вон он ходит. Мне главное, знаешь, что успеть вот кнопку нажать и убежать.
Раз, два, три. Побежали. Опа. А вот все, вот хуй тебе. Так. Пойдем. А где тот мужик, где, который это поджег? Блять! Ёбань! Сука! Чё ты орёшь-то? О, ладно. Хорошо. Здесь есть что-нибудь полезное-то? Там можно, если что, спрыгнуть. Наверное. Так, вот эта дверь куда ведет? А это? У тебя батарейки где? Одной батарейки не вижу. У меня так-то батарейки кончились, ребят. О, ладно. Пока спокойненько проходим. Бум нахуй. Ладно. Я сейчас схожу, смотрю батарейки. В первую очередь. А, я понял, уже нихуя не видно. Так. На полке. Нет, нихуя. У тебя. Нет, нихуя. Тут. Нет, нихуя. Крахте лифта. Есть что? Блять. Так больно падаешь-то. Нет ничего. Понял. Ну тогда все, тогда на улицу. Эй-эй-эй! Нихуяшеньки же не видно. Куда идти? Блять. Там кто-то фонариком светит. Мне, наверное, вон туда вот надо было. А, нет, тут, наверное, закрыто. Я понял. Угу. Так, ладно. Бежали. Батарейка есть? А в жопе? Так. О, чё-то лежит. Да подбери ты. Так, давай налево посмотрим. Чё тут он? Там просто псих сидит связанный. Угу. Тогда направо. А тут тоже никуда не пройти. Блять. А где тогда этот? Ты путала. Найдите. А, он, может, там сидит? Вот в этой будке? Здорово. Так, ключ к хозяйственному блоку. Батарейка. Еще одна батарейка. Ебать, целых две батарейки в одном месте. Вот охуенно. У меня тут какая-то творится. Так, влетаем. Открываем. Заходим. Право. Что у нас? Дверь. Блять! Ты еще что такое? Я понял. Туда не ходи. А нет, туда ходи. Да, ходить надо. Блин, акум садится уже.
Так, давайте тут осмотримся. А с другой стороны? Нет, нихуя. Хили на лестницу. Бум, нахуй. Бах, нахуй. В меня молния-то не попадет случайно? А то знаю я эти ваши молнии. Вот вроде стоишь, нихуя не делаешь. Бах, нахуй, в жопу прилетает. Перепрыгнуть? Или не надо было? Не, вроде надо. Я ж там проходил. Так, вот тут уже надо спрыгивать. Оп. Оп. Так, тут выбор у меня, пройти дальше или пойти вниз. Я думаю сходить вниз. Так что спускаемся. Что нам еще остается-то? Оп. Так, и где я? Угу, а дверь закрыта. Кайф. Рейка кончилась. Я понял, зря спускался. А, точно. Уж по мини-лестнице собираться надо было. Так, пойдем. Тут пока и без камеры можно. Особо ничего не увижу. Вон там вот проходец. Так. Раз, бег. Блять. В смысле? Я... Блять. Взял и умер. Просто на ровном месте. Моя первая смерть. А, и снова мне половину пути пройти, да? Так, F. Так. Ну пошли, пошли. Здорово, блядь. Сразу наверх пошли. Бля, вот какой смысл был сюда приезжать ночью? Зачем? Приехал бы днем. Нет, ты приехал ночью в этот ливень. Ну, дебил. Так, попрыгали сразу дальше. Вниз спускаться все равно смысла нету. Так что пока ползем. Вот он. Уголок наш. О, в этот раз допрыгнул. Вот тут вот спуститься можно. Так, вот там вот можно было забраться, но... А, там дыра. Понял. Так, а тут что интересного? А у тебя? Нет ничего? Блять. Доберись ты уже. Ну слушай, Денис, как бы Free Fire не та игра, которая не из тех игр, которые мне нравятся. Так, что за этой дверкой у вас? Так, херня всякая. Что у тебя тут? Ничего нету? Ну, пошел в жопу. Так, пошли наверх. О, блять. Слушай, давай я у тебя быстренько батарейку заберу. Ты продолжай, да? Занимайся. Ну, хочешь? А, пошел. Мне туда дальше куда-то. Так, куда дальше-то? Сюда? Вниз? Так. Вон там вот свет какой-то. Идем на свет. Да иди ты в сраку. Там опять этот толстый.
Понятно, там закрыто. Так, куда мне? Да? Я понял. Поползли. Так, подсветим. А, я понял. Батарейка вообще кончилась. Подсветим себе немного. Не вижу вообще ни хрена. А можно сверкнуть? Мне бы не помешало видеть, куда я иду. Так. Блять, тихо. Тут так сигаешь-то. Дурной, что ли? Так. Я пока ни хрена не вижу. Мне туда? А я тут хочу погулять. Если я тут хочу погулять. Я понимаю, у меня батарейки немного. Но все-таки. Ладно, я понял. Она там интересного нет. Блять! А? Пошел в жопу. Да, дальше сюда. Нет, закрыто. Эй, я понял. Мне вот сюда. Куча тел каких-то. Я бы свет лезть. Кто вообще без света ходил. Кстати, где-то освещение завезли. Так, батарейка. Пойдет. Еще есть? Нету больше. Хватит вас. Ладно, остальные. А вот тебя кто так погрыз, а? А кто-то... Так. Посматриваем. Двери всякие. Ты ведь видел Вильдевера? Начинаешь понимать, но еще не все. Даже Аврааму приходилось бросать взгляд на землю. Но скоро, скоро. Да, все тайна станет явным. Так. Значит, стоп. Все тайна станет явным. Давай ты допиздишь, да? Да, договорил? Вот, ребятки, давайте сейчас на этом закончим. Дойдем до сохранения и все. Или сохранение уже было. Эти. Потому что времени уже прошло часа два. А, думаю, хватит на сегодня. Спокойно. Давай я тоже дверь подергаю. Согласен? Ну, тут проход куда-то уже. А понял, мне тут пизды дадут. Вот. Все. Топ. Хорош. Давайте на этом заканчивать. Вот сохранить и выйти, да. Нет. А тогда всем спасибо за просмотр. Всем, кто пришел. Вот, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите на сервер Discord, подписывайтесь на группу ВКонтакте, на меня. Вот. Ну и, собственно, да, всем пока. Thank you.
Show.